Здравствуйте, дамы, приветствую вас сегодня. Хочу предложить поэкспериментировать вот с таким беретом. И я уверена, что вы еще так никогда не пробовали. Попробовала вот такой шарф твилли. Нам понадобится пряжечка. Мы шарфик протянем. Пряжку. Что у нас получилось? Мы теперь возьмем. Завяжем сзади. Завязали. Теперь прокрутим вот так. Да, оставим. А теперь вот эти хвостики мы протянем. И в эту тоже проденем. И вот такой берет у нас с вами получился. Хоть иди в театр. Как вот? А сделать может каждая. Если вам понравилось, поддержите меня комментариями и своими лайками. А я прощаюсь и, как всегда, до скорого на моем канале. Пока-пока!